футболисты «Лады» обыграли «Академию». Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Дубае. «Лада» проиграла «Автомобилисту». Футбольный клуб «Лада» в контрольном матче выиграл у команды «Академия» со счетом 3-0. Игра проходила в два тайма по 40 минут на главном поле академиков. Первый гол на 24-й минуте забил Артем Аксененко. В концовке встречи форвард Андрей Овечкин отметился дублем. Анастасия Павлюченкова в дуэте с соотечественницей Аллой Кудрявцевой вышла в четвертьфинал парных соревнований в Дубае. Девушки обыграли на чемпионском тайбрейке Се Суй Вэй из Тайваня и Санию Мирзу из Индии со счетом 6-4, 4-6, 10-7. Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В матче за выход в полуфинал соревнований в парном разряде Павлюченкова и Кудрявцева сразятся с немками Анной Леной Гренфельд и Юлией Гергес. Хоккейная «Лада» в Тольятти проиграла своему прямому конкуренту за попадание в плей-офф КХЛ «Автомобилисту» из Екатеринбурга. Уже в первые 5 минут гости угостили «Ладу» двумя шайбами, забросили Александр Нестеров и Александр Рыбаков. До конца периода «Лада» так и не смогла отыграться. Реализовать большинство «Ладе» удалось только во втором периоде. Шайбу забросил Георгий Белоусов. На 34-й минуте гости тоже воспользовались численным преимуществом, и Алексей Симаков забросил третью шайбу, решив итог встречи. Увы, но после этой игры «Лада» лишилась возможности попасть в плей-офф КХЛ.